Конечно же, людям нужно помогать всегда. Сама недавно была в больнице, где лежат детки с раковым заболеванием. И как раз этот фонд поддерживает Чулпан Хаматова. Я считаю, что это один из, скажем так, наших больших фондов, который помогает действительно детям, людям с любыми заболеваниями. И стараюсь сама по возможности и перечислять деньги, и как-то помогать, неважно, кто это. Опять-таки, хочется всегда, чтобы люди помогали. Как-то хочется больше добра, хочется больше тепла. На самом деле, никогда не задумываешься о том, из каких побуждений это делает человек. Как мне кажется, главное, чтобы он это делал. И от этого хоть чуточка тепла придет к тому, кто в этом нуждается.